это неудачная идея. Если сейчас что-то было, я не разглядела. Вы тут не видели девушку? Невысокая такая, волосы фиолетовые. Опа, я его только задел. Не за что! Я слышала стрельбу. Говорил же, нас отслеживают. Я думаю, это был просто патруль. Ну, я нашла еще одну такую штуку. Я оставила тебе метки. Видишь? Неоновый маркер. Да, вижу. Следуй по меткам. Слушай, Проныра, я тут видел твою работу. Может, поумеришь свой пыл? Ярость надо подпитывать. А может, не стоит? Тогда она умрет с голода, а ты станешь душой общества, как я. А может, пойдешь нахрен? Да, получай! Не будешь больше отраву толкать! Так тебе и надо! Эй, курилка, присоединишься? А, вкуснятина! Да, тебе нужна помощь? Не то чтобы нужна, но валяй! Это не может надоесть.
Так, вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Мне кажется, пора уже отстать от этих дилеров. Ты что, размяк, Ди? Слушай, у нас есть способности, а у них нет. Значит, мы должны быть лучше, проявлять снисхождение. Сама подумай. Ладно, как знаешь. Иди добудь себе новые способности. Так, вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Я их не убивал, просто заставил подумать над своим поведением. Слушай, у нас есть способности, а у них нет. Значит, мы должны быть лучше, проявлять снисхождение. Сама подумай. Ладно, как знаешь. Thank you.
Вон он. Иди трясись в свое удовольствие. Ты первый. Ладно, пора выходить на след. Щекотно. Проныра, я вижу, что ты начала брать наркодилеров живыми. Это что, я на тебя повлиял? Да, все вы эгоманьяки считаете, что мир крутится вокруг вас. Нет, я не думаю, что все зависит от меня. Только очень заметная перемена в твоем поведении. Да, я проводник.
Черт, я не знаю, что это, но слышно было даже здесь. Ну, вообще, если вдруг захочешь лично в таком поучаствовать... Я подумала над тем, что ты сказал про уличных наркодилеров. Да? Я решила, что охота на этих грязных дилеров – бесполезное дело. Вот если выйти на кого повыше, найти поставщика, это многое изменит. Я бы не отказался сопровождать тебя в этом путешествии. По-моему, я еще никогда и ничего не менял. Ага, это прямо как свидание со смертью. Если что, я тебе свистну. Ага, я знаю твои слабые места.